Привет, меня зовут Павел Абастов, и добро пожаловать в прохождение игры Resident Evil 3. Мы продолжаем играть за Джилл Валентайн, это же Джилл вроде бы, да, или как там ее зовут. Короче, продолжаем за нее играть. Мы оказались на электростанции, и тут, короче, какая-то непонятная фиговина нас ждет. Короче, побежали. Пахнет как... О, даже думать не хочу. Да, я тоже думать не хочу, что это так... О, нифига. А, зеленая трава работает, работает. Начинало казаться, что чат никогда не вернется из обхода. И я засунул туда голову. Черт возьми, в следующий момент у меня в горле уже извивались какие-то личинки. Че? Я давился, задыхался, но этим маленьким ублюдкам не было ни почем. Вылезать они не желали. И я шатался во все стороны, а потом увидел ее, зеленую траву. Однажды бабушка сказала мне, что зеленая трава является природным средством от насекомых. Поэтому я схватил ее, сунул в рот, проглотил, и вот те раз. Эта мелочь внутри меня оставаться не захотела. Я никогда не был так счастлив от того, что меня стошнило. Я снова выберусь туда, чтобы поискать чадо. Если кто-то еще прочитает это, помните, нужно есть зелень. Понятно, веганы травоядные. Хорошо, плюс трава. Ладно, какие-то личинки тут. О, здравствуйте. Мне это надо. Слышь, футляр, спасибо. И мерзость. Мерзость мерзостью, а я получил футляр какой-то. Отмычка. Скрывать обычные замки, да ладно. Хорошо, спасибо. О, ящик. Патроны для пистолета. Крутяк. Только куда мне надо идти? Тут заперто, я понял. Я вижу, что-то там блестит. Давай посмотрим. А, да ж так. Давай попробуем. Шикардос. А, отмычка осталась? Отмычка осталась. Шикарно. Слышь, ты кто? Отпусти! Отпусти! Слышь! О! Ты меня заразил чем-то, слышь? Надо вытащить! Че вытащить? Не понял. Паразит. Зеленая трава использовать. Пиздец, мерзость. Капец, слышь? Где ты? Мышь-мразь. Восстановить питание под станции. Да ну, слышь? И уполз, да, я не хочу туда идти, слышь? Жуть какая-то. Так, ладно. Слышь? Ползут маленькие. А что делать-то? Слышь? Умер. Слышь, да кто меня там долбит? Еще что ли? А, ну они типа не особо сильные. Зеленая трава, нет места. Наверх идти можно. Стоп. Так, поехали. Давай, давай, давай. Удерживаем. Давай карту посмотрим. Ага. Ну нифига себе тут дебри. Ладно, разберемся. Короче, будем восстанавливать питание, да? Получается. Патрончики. Да, понапридумывали, блин, дебри. Я искать тут все должен, да? Так, удерживаем.
Отлично. Слышь. Ну серьезно? Да, серьезно, ты не верил, нет, не верил. Так, ну мы справились, что могу сказать. Ползут, мышмрази. Давай, давай, давай. Отлично. Эй, че, я не знаю как, но я смог. Я как-то увернулся. Прикольно. Слышь. Еще одна осталась. Еще одна. Давай, 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 давай. Ах ты, нет, нет, нет. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А-а-а, использовать. Заражает, блин. Да вы заколебали меня. Они прут на меня, слушай. Готово. Теперь валим, чертовой матери. Это я сделал. Стой. Стоп, 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 карта. Тут есть что-то еще. Мы можем пойти прямо и направо. Давай попробуем. Прямо и направо, да? Правильно же иду? Да, по идее, да. Только как-то... Я не понимаю, тут что-то есть еще. Давай искать. Тут еще что-то должно быть. Это что такое? Стоп. Тут я разыскался. Надо мне в другую сторону идти. Ну давай, давай, иди сюда. Тут ничего нет. Блин. И тут ничего нет. Да что ты будешь делать? Стоп! Я не понял, тут что-то есть. Только вот что. Ладно, давай пойдем прямо туда, да? Стоп. Стоп, 3 патрона у меня осталось, блин. Блин, блинский. Карта. Все, 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 мне назад надо идти. Побежали назад. А то я без патронов остался. Нафиг пойдете. В небо уронят. Ночь на ладони. Нас не догонят. Нас не догонят. Все, я убежал от вас, дурынды. Так. Прямо и туда, хорошо. Так, теперь нужно к пульту управления. Да. Наслаждайтесь. Уничтожили гнездо мы наконец-то, это хорошо. Так, 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 ящик. Я могу травы все-таки хранить вот эти. А это я ставлю. Давай сохранимся. Карлос, это Джилл. Подачу электричества включила. Так держать. На очереди система управления маршрутами. Ее можно включить в офисах метрополитена. Ага, я знаю это место. Да ну. Так держать, напарник. На шаг впереди меня. Я тебе не напарник. Запустите поезда из офиса метро. Так, давай взлываем. Использовать. А, патроны для пистолета я получил. Замечательно.
кстати, можно заодно сейчас все эти открыть штуки. Смотри. Так. Сюда. И теперь... Карта. Так, 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 так. Слушай. Стопэ. По станции метро мы все разыскали. Мы сейчас в городе. Мы можем пройти, короче, сюда в автосервис. Побежали. Слушай, так-то интересно получается. Мы... Слушай, да ну! Да ну! Ты откуда взялся? Стоп, 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 стоп. Дружок, пирожок. Так, стопэ. Давай я восстановлю силы. А чё он за мной-то бежит, слышь? Да ладно. Слышь? Нахер пойдешь? Да ну. Куда, куда? Да ладно. Так. Побежали. Отстань, дурында. Открой дверь. Еще жива! Преследует меня! Что? Беги! Возвращайся в метро! Сначала разберусь с маршрутом. Разберись. Так. Мне сюда. Давай взломаем. Надеюсь, что-нибудь годное будет. Лечебный спрей. Ну, спасибо, конечно, за спрей, но, блин. Так, возьму траву одну, на всякий случай. И сохранюсь. Так, давай маршрут посмотрим. Я пойду сюда, сюда, сюда. Комната управления метро. И можно еще тут что-то, да? Хм. Так, 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 так. Не, слушай, мне надо все-таки сюда идти. Так, 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 так. Да, мне сюда. Пойду прямо направо и через большие лестницы. Да, почему бы и нет? Слышь? Да ну! Отпусти! Родина! Да ну! Слышь? Ну нифига ты! Ты куда меня тянешь, дурында? В смысле? От пути. Да ладно, он бессмертный, я понял. Так, мне куда? Прямо, 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 короче, мне. Надо мне вылечиться. Слышь, да ты... Как от него отделаться? Нахер пойдешь? Да ну. Ты же сюда не войдешь? Отлично. Так, взламываем. Надеюсь, он сюда не войдет, потому что если войдет, я не знаю, что я делать буду. Что я получил? Опасность. Граната, да? Используем. Граната, да? Хорошо. Тут, кстати, можем сохраниться. Давай сохранимся заодно. Так. Получается. Так, давай траву возьмем. И эту тоже достанем и смешаем. А, так, давай я, знаешь, что? Давай я использую одну. А вот эти травы я достану и объединю. Вот так вот. Вот так вот. Там воспользуюсь гранатой, наверное, да? На однерке. Нет, 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 нет. Нахер пойдешь? Ага, напуганы. Испуганы. Ля-ля-ля-ля. Иди, дурак. Да отпусти. Нет, отпусти. Ну иди, дура, иди. Взорвись, уродина.
гранаты, еще там всякая фигня. Беру, спасибо. Все, валим. Да, отстань. Да, 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 конечно. Не знаю, что я получил. Так, смотри. Я получил еще гранату. Кстати, гранаты, это хорошо. Получил патроны. И... Ну, я понял. Так, куда мне надо идти? Тут что-то есть, но я не знаю, что. Я тут ничего не нашел. Ну ладно, ладно, я думаю, мы тут еще разберемся, мне налево надо, налево и туда. Да что ты? Жесть. Это просто полнейшая жесть, беспредел. Нахер пойдешь? Да отстань от меня, дура. Да я сейчас откисну. Опасность, вот я не понимаю, как это беспредел какой-то. Ты же не войдешь? Я понял. Ну хотя бы он сюда не вошел, уже хорошо. Жесть. Я сколько травы на него убил. Это просто полнейшая жесть. Так, давай взломаем. Лечебный спрей. Ну спасибо. И граната. Так. Ага. Слушай, вопрос. Ну, я смотрел, вот это могу сделать. Так, использовать. Да будет дробовик. Дробовик М3, спасибо. Ну, так-то, стоп. Да, хорошо, побежали. Так, да будет свет и мне. Карлос, я в комнате управления. Что дальше? Отлично, теперь нужно проложить маршрут. Ладно, одну секунду. Давай попробуем. Так. Так, и куда нам надо? Поезд стоит на Redstone Street. Нам надо на Fox Park. С компами разберешься? Эй, я же суперкоп. Считай, уже готова. Один, два. Дальше. Иду на 3. Тут заперто. И куда дальше, если заперто? На 2. Все, по идее. Невозможно установить маршрут. Попробуйте еще раз. Короче, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Попробуем. 2, 3, 2, 1. Ну все верно. 2, 3, 2, 1. А почему не работает? 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Ну. Стоп. РЕ. А. Пауст. 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 Фауст. Стоп. РЕ, СА. Central Station. Вот. Я понял, смотри, получается. Так. ФО, ФА. Не вижу. ФА. ФА, так. Дальше. РЦ. РА, СТ. РС есть. С. Фокс. Вот Фокс это я понял. А тут получается Саммит Майкл Клокс. Саммит Майкл. Вот Саммит, так. Тут получается Централ Стейшн Ракон Сити. Так, стопэ. Вот. А тут Фауст от... Какая-то там Фауст. А Фауста нет. И что делать мне? А вот, стоп, вот есть, получается. Все, все, должно работать. Маршрут подтвержден. Карлос, это я. Маршрут для поезда установил. Изи, разобрался. Великолепно. Давай быстрее в метро. Мы пока подготовим поезд к отправлению.
Вернитесь на станцию метро. Красава я. Я просто красава. Так, патроны для ружья, спасибо. Блин, справились. Я не ожидал, что у меня получится, но у меня все получилось. Побежали. Ты кто? Какого хрена? Это кто? Что за садомия? Так, стопэ. Давай карту. Вот тут вот что-то есть. Только что. Давай смотрим. Слышь, ты... Отстань. Вот тут что-то есть. Только что. Вот смотри, тут что-то есть. Я не могу понять, что. Смотри, вот тут красным горит. Что-то значит тут есть. Блин. Нет, в магазине тут ничего нету. О, вот, патрон. Теперь точно все? Все. Так, нам надо вернуться назад. Мы пройдем через магазин пончиков, где мы сохранимся. Да, сюда. Сейчас мы сохраняемся. Кстати, этот говнодемон куда-то пропал, ты заметил? Сохраняемся. Хорошо, мы сохранились. Идем тогда дальше. А, заражает, да я понял. Угу. Отстань. А что я не увернулся? Да что ты? Отстань, дурында. Да ты заколебал меня. Карта. У меня прямо. Да заколебал ты меня. Да заколебал. Как же он меня бесит, этот немезис долбанный. Да заколебали. Я не хочу уже в это играть. Он меня напрягает, реально напрягает. Так, что тут использовать? Отмычку юзаем. Мистер. Короче, вот тут вот был мистер Игрушка. Я ее уничтожил. Смотрит, а? Смотрит, дурачок на меня. Я решил переиграть. Замысловатая коробочка. Так, стопэ. Читаем брошюрку, это неинтересно нам. Короче, вот тут вот был мистера Игрушка. Так, коробочка. Давай используем спрей и возьмем коробочку. А в коробочке будет, получается... Будет камешек. Спасибо. Так. Лучший вопрос. А еще же где-то была, да? Вот, сюда можно пройти прямо, короче. Да? Да. Идем прямо мы. Давай попробуем. Готов? Готов. Всегда готов. Нахер пойдешь? Да что ты? Да ты заколебал меня, тварина. Так, использовать. Надеюсь, он сюда-то не войдет в это помещение. Отстань. Все, справились с дурачком. Так, бросить несюжетных предметов. Давай выбросим. Да. Давай посмотрим, что тут есть в этом здании. Есть порох, дофига есть спрей. Так. Блин, смотри. Коробка нам по-любому нужна, вот эта вот. И спрей нам нужен. Что делать будем? Давай, знаешь что? Давай я спрей возьму, заюзаю сразу. Вот так вот использовать. Возьму коробку. Ее открою сразу. Так. Камень. Три камешка мы получили. Смотри.
Теперь, что я делаю? Смотри. После качества порох. Я, получается, выбрасываю... Стоп, я перезаряжу сначала, наверное, да? Да. Я, получается, выброшу вот это вот. И возьму порох взамен. И куда мне надо идти? Давай посмотрим. Прямо направо. Прямо направо надо идти. Побежали. Там еще что-то? Стоп. Тут что-то есть. Тут что-то есть. Ну, пофиг, наверное, да? Отпусти, уродина! Да ну! Кстати, не месяц пропал. Так, тут что-то есть. Только где это вопрос? Карту посмотрим. Тут, смотри. Тут что-то есть. Может, ну, мне кажется, это где-то справа. Слышь? Нет, стой, стой, стой. Патроны, некуда патроны поставить. Серьезно. Ладно, пофиг на патроны. Нафиг, нафиг пойдешь. Отстань. Беги, дура. Отстань! Да что ты будешь делать? Да что ты? Да заколебали вы, твари, меня! Все, бегу! В небо уронит! Ночь на ладони! Нас не догонят! Нас не догонят! А! Заперто! Дура! Уф! Жесть! Полнейшая жесть! И справились зато с дурачком. Так. Давай используем. Использовать. Ух. Ручная граната. Ну, спасибо. Дальше. А, красный. Использовать. Тактическая ложа для дробовика. Спасибо. Давай ее сразу объединим. Вот сюда вот. Отлично. Крутяк. Хорошо. И у нас остался зеленый камень. Использовать. Так. О, набедренная сумка. Получит достижение волшебные камни. Крутяк. Крутяк. Спасибо. Спасибо, игра. Ящик тут ничего нет. Я понял. Хорошо. Давай сохранимся тогда мы. Сохранимся. В смысле, 10, 2 раза 10, ну ладно, окей. Обычный замок, обычный замок. Использовать. Патроны для дробовика, шикарно. Что, все? Ну все, мы эту локацию разведали, идем дальше. А стоп, стопэ. Давай сохранимся. Сохранимся. И на этой прекрасной ноте я завершу серию. Увидимся в следующей серии. С тебя лайки, комментарии, подписка на канал. Я напоминаю, чтобы был я, Павел Апастов. Увидимся в следующей серии. Вот такая затравочка. В общем, пока-пока.